Милана Хаметова, юная модель, блогер и участница дома тиктокеров Superhouse. Девочка выкладывает видеоролики в своих профилях соцсетей, сотрудничает с популярными людьми и принимает участие в фотосессиях. Ввиду юного возраста Миланы, немногие факты из ее биографии опубликованы в открытом доступе. Известно, что девочка появилась на свет 5 марта 2010 года по знаку зодиака Хаметова – Рыбы. Место рождения не указано, однако, согласно СМИ, до 5 лет Милана жила в одном из детских домов Новосибирска. История семьи Миланы впечатляет многих пользователей сетей. Своих приемных родителей девочка встретила на конкурсе красоты, подготовленном детским домом. По словам организатора мероприятия, желающие забрать юную Милану к себе в семью появились прямо во время показа. Для девочки конкурс закончился победой. Милана получила корону в категории Kids и обзавелась званием Мини-Мисс Сибирь 2016. После окончания мероприятия будущие родители девочки начали процесс оформления документов и вскоре забрали ее в свою семью. Участие в Мини-Мисс Сибирь 2016 положило начало активной модельной карьеры Миланы. До этого конкурса девочка уже бывала на подобных мероприятиях. Согласно анкете Хаметовой, выложенной в открытый доступ, модельная деятельность появилась в ее жизни уже в возрасте 3 лет. Хаметова является амбассадором детской дизайнерской одежды «Мелисса». Юная модель часто участвует в фотосессиях бренда для Инстаграма, а также рекламирует его в своих социальных сетях. За социальные сети Хаметовой отвечает ее мама. Она занимается оформлением профилей, редактирует фотографии, пишет посты и связывается с рекламодателями. В основном контент Миланы публикуется в Инстаграме и ТикТоке. В своих видеороликах девочка часто снимается с популярными блогерами. В профиле модели есть целая серия работ, сделанных совместно с певицей Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. Девочка также часто появляется в аккаунтах своих родителей. Поклонников восхищает семья Хаметовой. Для многих из них союз Виктории и Шаха представляет образец для подражания. 21 августа 2020 года поклонники дома тиктокеров Superhouse были обрадованы новостью о приходе в коллектив новой участницы. Однако обновление состава вызвало у фанатов неоднозначную реакцию. Милана, пришедшая в хаус, показала зрителям слишком юной для подобных проектов. Мнение фанатов не смутило продюсеров, и они предпочли оставить девочку в Superhouse. Хаметова наравне с прочими блогерами занимается съемкой видеороликов, участвует в мероприятиях и часто появляется в общем профиле дома. У многих зрителей Милана вызывает восторг и умиление, о чем они пишут в комментариях к клипам. На проекте девочка не остается в одиночестве. Несмотря на юный возраст, она легко находит общий язык со старшими участниками, в числе которых значится ее приемная мать Виктория. А теперь расскажу немного о том, что случилось в Минске 24 сентября 2022 года. Юная блогерша за несколько дней до 24 сентября написала на своей странице в соцсети ВКонтакте: «Моя первая официальная фан-встреча – Минск. 24 сентября в 15:00 до 17:00. Торговый центр Дана Молл». Милана обещала в посте любимые песни, танцевальный флешмоб, конкурсы с подарками от ресторана Burger King, сюрпризы и так далее. Пост собрал 4326 лайков. Если коротко, то на фан-встречу с Хаметовой на первом этаже торгового центра собралось несколько тысяч человек. В основном это были, по официальным данным Следственного комитета Белоруссии, несовершеннолетние. В торговом центре было очень много детей до 13 лет. Все в радостном и возбужденном состоянии. Они заполнили все этажи. Внизу на первом этаже дежурила милиция. В какой-то момент люди застряли в кабине лифта торгового центра между первым и цокольным этажом. Произошла экстренная остановка кабины из-за перегрузки, где началась давка. Там находилось более 15 человек, при допустимой норме не более 13. Сотрудники МЧС оказали помощь, милиция обеспечила порядок в торговом центре и безопасные маршруты выхода из него. В Минздраве сообщили, что на место выехали 5 скорых, 1 реанимационная и 4 линейные бригады. Сообщалось, что застрявшие в кабине люди получили медпомощь сразу же после открытия дверей лифта.
Если тебе нравится творчество Миланы, то обязательно ставь лайк, а также не забудь подписаться на мой канал и написать комментарий. Всем пока!